Как заряжать ружье методом load-to по 2 патрона? Самым первым движением является резкий переворот ружья. В это время левая рука сразу уходит на первую пару патронов. Откалываем, плавно подносим и резко заряжаем. Откалываем, плавно подносим, резко заряжаем. Затем делаем холостой спуск, высылаем патрон и скидываемся. Резким движением мы переворачиваем ружье. Движение должно быть как можно более резким. Левая рука у нас сразу уходит на патроны. Большой палец мы кладем на капсуль патрона и обхватываем первую пару. Откалываем первую пару. Четким движением приводим к входу в магазин. Затем одним резким слитым движением мы заряжаем. Затем переходим на следующую пару. Вкалываем. Опять плавно подносим и резко заряжаем. Следующая пара. Плавно подносим, резко заряжаем. Откалываем, плавно подносим, резко заряжаем. Затем переворачиваем. Делаем холостой спуск, если нет патронов в патроннике. Подаем патрон и делаем выстрел. Сейчас мы покажем то же самое, но уже в быстрой скорости. Таким образом, вы видите, что load-to это очень просто.